bitch, you going crazy. Представьте себе, что каждый камень – это блок в блокчейне, и эти блоки выкладываются один за одним в длинную цепочку, точно так же, как из этих камней выложена эта дорожка. С каждым новым блоком цепочка становится все длиннее и длиннее, и каждый блок несет в себе информацию. Где и как хранить такие огромные объемы информации? Увеличение данных в блокчейне приводит к тому, что нужно где-то хранить гигантские объемы информации. И блокчейн с каждой минутой не становится меньше, он становится все больше и больше. Для конечных пользователей это является настоящей проблемой, так как если вы хотите стать новым участником сети, вам необходимо проверить всю предыдущую базу данных. Более того, вам необходимо быть уверенным в том, кто поставил вам эти данные. Обычно такую роль выполняет валидатор или полная нода. На ней хранится весь предыдущий блокчейн. Но вы обращаетесь всего к одной ноде. Но если вы полностью хотите быть уверенным в том, что весь предыдущий блокчейн является именно тем, чем он является, вам надо проверить не одну ноду, а несколько нод, потому что одна нода вполне может изменить данные и предоставить вам недостоверную информацию. И вот получается, что для того, чтобы стать новым участником сети, вам необходимо проверить огромный массив информации с разных нод. Решение было найдено не сразу, но его нашли. Если при создании каждого блока также создавать ZK-SNAR, то есть краткий неинтерактивный аргумент знания с нулевым разглашением, что звучит просто ужасно, поэтому я объясню на пальцах, что это такое. Вместо того, чтобы постоянно наблюдать за перемещением лодок из одного места в другое, мы можем регулярно делать фотографию, и на этой фотографии мы будем видеть местонахождение всех лодок. И любому человеку для того, чтобы узнать о перемещении лодок, не нужно будет лично приходить и проверять каждое место. Ему будет достаточно посмотреть на фотографию. Но вариант с фотографией не является достаточно точным, так как у фотографии нету нулевого разглашения. Вы все же видите количество лодок на фотографии. При создании ZK-SNARK-а каждая лодка просто будет заменена неопределенным объектом. И если мне надо доказать вам, что одна из этих лодок является моей, но я не хочу говорить, какая именно, то мы сначала делаем фотографию, заменяем все лодки на неопределенные объекты, а после этого вы говорите: «Хочу, чтобы на пустом месте оказалась лодка». Я беру, передвигаю свою лодку на пустое место, делаю заново фотографию, заменяю все лодки опять неопределенными объектами, и вы легко можете увидеть, что именно в том месте, в котором вы указали, появилась лодка. Количество информации, которую мне нужно передать вам для того, чтобы вы были уверены в том, что эта информация действительно правдивая, играет значительную роль. Чем больше транзакций в блокчейне, тем больше количество информации передается от одних пользователей к другим. ZK-SNARK-и помогает значительным образом сократить объемы проверяемой информации. И именно эту технологию использует Мина-протокол. Но Мина-протокол не просто хранит снарки. Если бы мы просто хранили снарки, то количество бы снарков увеличивалось бы точно так же. Это, конечно, бы уменьшило объем хранимых данных, но не решило бы проблему постоянного их увеличения. Мина-протокол пришли к гениальнейшему решению. Можно создавать снарк с нескольких снарков. Таким образом, конечный снарк блокчейна всегда весит всего одно и то же значение – 22 килобайта. Такой небольшой блокчейн вы можете хранить на своем сотовом телефоне. Даже Nokia 3310 хватит для того, чтобы проверить достоверность всего блокчейна. Таким образом, пользователям больше не надо полагаться на какие-то сторонние приложения или кошельки или какие-то ноды для того, чтобы удостовериться в том, что этот блокчейн действительно неподдельный. Любой пользователь может верифицировать весь блокчейн за считанные секунды.
Создание снарков – это также процедура, требующая вычислений. Поэтому в Минопротокол есть не только привычные нам валидаторы, которые создают блоки, но также снаркеры, те, кто создают снарки. Это открывает перед нами целый новый рынок снарков, потому что производители блоков должны будут покупать снарки у снаркеров. Таким образом, Минопротокол выводит блокчейн на новый уровень, делая его все более и более подобному живому организму. Единая распределенная структура, которая подобна нашему человеческому организму, в которой каждые клетки работают с одним и тем же блокчейном, но при этом исполняют разные роли. Кроме всего прочего, Минопротокол устойчив к цензуре и обладает свойствами приватности. Также Минопротокол устойчив к атаке 51%. Для создания фиктивных транзакций злоумышленникам понадобится не только сговор более чем половины создателей блоков, но и также сговор снаркеров. Минопротокол только начинает свой путь, и у каждого из вас есть возможность ознакомиться с этим проектом куда более подробно. Для этого найдите в Telegram русскоязычное сообщество Минопротокол, ссылочку вы найдете в описании, и там вы сможете задать любые вопросы. Наши благодарности каналу SexyBTC, а я пошел создавать снарки.